Выиграть телевизор, ноутбук, смартфон и другие ценные призы, просто сделав прививку от коронавируса. Акция «Самара. Я привит» призвана мотивировать горожан пройти вакцинацию, а значит, быстрее выработать коллективный иммунитет. Сегодня, 1 июля, начинает работать регистрационная форма сайта «Самара. Я привит». И любой человек, который поставит прививку с 1 по 25 июля этого года, вторую прививку, самое главное, да, если мы говорим о двухкомпонентной вакцине, то он может зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше призов. Участвовать могут самарцы от 18 лет, проживающие на территории города. После получения второго компонента вакцины нужно зарегистрироваться на сайте акции. 26 июля определят победителей рандомным способом по номеру СНИЛС. Призы предоставляются партнерами акции из числа социально ответственного бизнеса. Акция проходит при информационной поддержке администрации Самары. Чтобы привлечь внимание и еще раз напомнить населению, что мы в ответе за свое здоровье. Еще раз хочется сказать, что в первую очередь мы вакцинируемся для себя, для своего здоровья, для своих близких, которых мы любим и которых мы бережем. В Самаре работает 53 прививочных пункта на базе поликлиник. 3 из них круглосуточные: на Медицинской 4, Советской армии 56 и Мичурина 125. Мобильные прививочные пункты работают и у крупных торговых центров: Аврора, Космопорта, Амбара и Меги. Мария Левина, Максим Гусев, События.